Огромные часы, установленные на Трафальгарской площади Лондона для отсчета времени до начала Олимпиады 2012-го, дали сбой на следующие сутки после начала работы. Часы размером 6,5 на 5,5 метров и весом почти 5 тонн, размещенные по соседству с колонной Нельсона и Национальной галереи, остановились на значении 500 дней, 7 часов 6 минут 56 секунд до начала Олимпийских игр. Специалистам швейцарской компании «Омега», изготовившей часы, понадобилось некоторое время, чтобы устранить неполадку. Официальный представитель «Омега» позже заявил: «Мы рады, что наши инженеры сумели отремонтировать часы, и они вновь заработали. Только конфуз многим британцам испортил настроение».